Привет, мои дорогие астролюбители и астроспециалисты. Это прогноз на декабрь месяц для знака зодиака Весы. Первое событие, которое произойдет, это Меркурий попадет в ваш четвертый дом. И вообще тема четвертого дома, она станет такой весьма актуальной в течение месяца. Это все сферы, касаемо вашей недвижимости, вашего дома, того места, где вы живете, приобретения недвижимости, продажи недвижимости. Все, что связано с родителями, поездки к родителям, поездки на могилы родственников, все, что связано с вашей родословной, с вашим родом. И когда Меркурий попадает в четвертый дом с 1 декабря, дома вообще может начаться намного больше разговоров. Что-то болтаю, что-то рассказываю, с кем-то постоянно перезваниваю со своими родными и близкими. Также это может быть оформление документов на тему недвижимости. Это может быть покупка, продажа, аренда. Или вы взяли в аренду, или наоборот вы сдали кому-то в аренду. То есть все, что касается недвижимости. И вообще это хороший период для того, чтобы делать документы какие-то, связанные с недвижимостью, межевание, купля-продажи, завещание, да вот все что угодно, все, что связано с документами. 4 декабря Венера попадает в ваш второй дом. Очень крутецкий показатель. Венера — это планета, которая все облагораживает и делает очень хорошим. Второй дом — это ваши денежки. И с 4 декабря сфера финансов заиграет новыми красками. Могут приходить какие-то новые проекты, будут приходить оплаты больше. Вообще вот сфера финансов, она становится такой радостной, то есть там чего-то больше становится. И, в принципе, второй дом — это не только именно про деньги, вот про деньги, да, это, в принципе, про все ваши накопления, про то, у чего есть какая-то ценность. И, например, может быть, к вам будут приходить именно какие-то предметы ценности, может быть, это картины какие-то, которые, ну, прям дорогие, может быть, это ювелирные украшения. То есть здесь не напрямую именно про то, что это про деньги. Имеется в виду, что сфера материального всего, то, что имеет цену, она начнет приходить в вашу жизнь. 6 декабря Нептун перестает ретроградить в вашем шестом доме. И те, кто несколько месяцев уже пытается устроиться на работу и никак не получается, с 6 декабря наконец-таки в этой сфере приходит какой-то порядок. Вообще последние 4 месяца в ваших взаимоотношениях с вашими коллегами, с теми людьми, которые на вас работают, с вашим персоналом, те люди, которые вас убирают дома, гувернантки, помощницы, с ними могло быть какое-то недопонимание. Вы им одно, они другое, как будто бы на разных языках. Также с их стороны мог быть какой-то обман, подлог, какие-то хитрости, какие-то недоговоры. И вся эта ситуация, она заканчивается. То есть становится как-то понятно в сфере работы и в сфере с теми людьми, с которыми вы работаете. Также шестой дом отвечает у нас за болезни, за лечение. Последние несколько месяцев, возможно, вы лечились и вам ставили неправильно диагноз. Или вообще не могли поставить диагноз. И после 6 декабря, как Нептун выходит с ретрограда, в этой сфере становится понятно, становится ясно. Нептун — это планета, которая отвечает за обман, иллюзию, вот что-то непонятное, за размытые такие формы. И тем более, когда эта планета была в ретрограде, она как создавала много таких ситуаций. И после того, как Нептун выходит с ретроградного движения, становится как-то понятно, становится как-то ясно. И шестой дом, он еще отвечает у нас за животных, за домашних. И также все, что касаемо здоровья, могло касаться их. То есть не могли поставить диагноз или там неправильно лечили, например. И после 6 декабря в этой сфере приходит какое-то понимание, становится ясно вообще, что происходит с этими животными, как их лечить. 13 декабря новолуние проходит в вашем третьем доме. Новолуние — это всегда начало какой-то ситуации. Третий дом — это про короткие поездки. То есть, возможно, это у вас начнется какая-то череда, что вы будете постоянно куда-то передвигаться. Третий дом отвечает за братьев, сестер и ваш близкий круг общения, за друзей по территориальному признаку. И с ними что-то может быть по-новому. Или новый проект, или просто вот новые какие-то взаимоотношения, или новый человек придет в ваш круг общения, с кем-то начнете общаться. Третий дом отвечает за курсы, тренинги, какое-то короткое обучение. Возможно, вы возьмете курс, тренинг какой-то купите. И третий дом, он еще отвечает за какие-то договоренности, за подписание документов. Возможно, в вашу жизнь придут какие-то документы, или много документов нужно будет подписывать, или какие-то новые контракты. Вообще, это классный период, это классное новолуние для того, чтобы реализовать
реализовать себя в сфере договоренностей. То есть если у вас там как-то вид деятельности связан с тем, чтобы заключать договора, чтобы как можно больше людей у вас было в вашей компании, то это классное время для того, чтобы как раз-таки заключать договора, подписывать какие-то документы, куда-то ездить, с кем-то разговаривать. 14 декабря и по 3 января, 3 недели, Меркурий входит в ретроградное движение. Ну, о Меркурии сейчас с каждого утюга можно услышать информацию. В нескольких словах, когда ретроградит Меркурий, это не страшно. Это про то, что нужно вернуться к каким-то старым интеллектуальным вопросам, потому что Меркурий — это самая нейтральная планета, которая в принципе не создает каких-то проблем. Но Меркурий у нас отвечает за разговор, за то, куда я езжу, за то, что я покупаю, за какие-то контракты, короткие поездки, гаджеты, технику, автомобили. И в этих сферах не получается начать что-то новое. Это время, которое дается для того, чтобы исправить ошибки прошлого. И получается, конкретно у вас с 14 декабря по 23 декабря Меркурий будет ретроградить в четвертом доме. И он вам говорит: вернитесь и решите старые вопросы касаемо документов на вашу недвижимость. Все, что связано с документами, с оформлением документов, с вашей недвижимостью, с подписанием документов, там все, что связано с вашими родителями, какие-то документы, все, что связано с родословной, какие-то документы на тему рождения. Вернитесь назад и решите эти вопросы, именно старые те. Когда ретроградит Меркурий, он не дает свершаться чему-то новому. Он говорит о том, что вон там, то, что раньше вы делали, наведите порядок там. И 22 декабря солнышко заходит в ваш четвертый дом и еще больше освещает тему недвижимости, тему родословной, тему родителей. Солнце — это та планета, которая отвечает за мою лидерскую роль. Где я хочу проявляться, где я хочу сиять. И вы еще больше захотите сиять у себя в семье. Захотите, чтобы на вас обращали внимание. Захотите ярко заявить о себе. И тема четвертого дома, тема недвижимости, тема семьи, тема родителей — она вообще очень актуальна у вас на протяжении всего месяца, и в принципе это та сфера, куда вы будете направлять много своего внимания. 23 декабря и по 3 января Меркурий перейдет в ваш третий дом и будет ретроградить в сферах третьего дома. И это значит, что в этот период вам правильней начать наводить порядок в своих любых документах, в своих контрактах, в своих договоренностях. Что вы кому что обещали и не сделали, выполните эти обещания. Со всем, что связано с братьями и сестрами, с какими-то короткими поездками, приходит время навести там порядок. 27 декабря полнолуние проходит в вашем 10 доме. Супер классная полнолуние, 10 дом — это мои какие-то достижения, вот чего я очень сильно хотела достигнуть. И для кого, для всех это будут разные достижения. И кто-то выйдет замуж, женится, разведется, родит ребенка, устроится на работу, продвинется в карьере, откроет новый бизнес. Десятый дом — это что-то такое вообще серьезное, и полнолуние — это завершение. Я понимаю, как это сделать. Кто-то из вас наконец-таки устроится на работу, кто-то наконец-таки выйдет замуж, женится, разведется, родит ребенка. То есть у каждого это будет свое. Десятый дом — это мое самое большое достижение, где я чувствую себя реализованным. И получается, вы начнете себя чувствовать реализованными. То есть что-то произойдет. И причем в этот же день Хирон перестает ретроградить в вашем седьмом доме. Седьмой дом — это про партнерские отношения. Этот показатель мне еще больше говорит о том, что те достижения, которые у вас будут, вот какие-то серьезные, они напрямую будут связаны с партнером. То есть или это брак, или это развод, или это продвинулись в карьере, да? Но это же кто-то вас продвинул в карьере. То есть кто-то же вам дал должность выше. Поэтому для вас это очень крутое полнолуние, которое может принести какие-то, ну, по-настоящему значимые какие-то серьезные плоды. Для кого-то это, может быть, будет получение документов, но это важные документы, которые вы давно ждали. И 31 декабря Юпитер перестает ретроградить в вашем 8 доме. Тоже крутецкий показатель, потому что 8 дом — это мои финансы, но не которые я сама заработала, а которые я заработала с помощью кого-то. Или муж мне дает, или это алименты, или какие-то пенсию, может быть, я получаю, или это, может быть, деньги, которые от акций, облигаций, вы процент какой-то получаете. И в этой сфере у вас могла быть задержка. Последние несколько месяцев вы не могли получить свои дивиденды, там муж перестал, например, денег давать. И с 31 декабря эта сфера раскрывается, а Юпитер, причем это планета расширений, возможностей, чего-то большого. И в этой сфере могут быть какие-то бонусы, что
что-то начнет приходить, то, чего вы даже не ждали. Какие-то суммы больше будут, или какие-то суммы, которых вы вообще не ожидали. И восьмой дом, он также про наше психологическое здоровье, про нашу внутреннюю составляющую. И здесь может быть, что у вас была какая-то запутанная ситуация в голове, и она наконец-таки распутается. И это был прогноз для весов на декабрь месяц. Подписывайтесь на мои аккаунты «Астролог Света» и будьте всегда в курсе всех астрологических событий.